Алоха, мир! Я Наташа, ты на канале «Делай тело», и сегодня мы с тобой выполняем мощную тренировку для наших ягодиц. Тренировка круговая, с фитнес-резинкой, состоит всего лишь из 4 упражнений, но я тебе обещаю, эффекты жжения гарантированы. Ну что, вы готовы? Поехали! Начнем нашу сегодняшнюю тренировку на ягодицы с резинкой. Для первого упражнения надень резинку выше колен. Сначала сделай широкий шаг влево и глубоко присядь, а затем повтори то же самое в правую сторону. Следи, чтобы колени были зафиксированы и не ездили из стороны в сторону, а также не выходили за носки. Выполняй упражнения в комфортном для себя, но интенсивном ритме, следя за дыханием. Вдох при приседании и выдох при подъеме. При каждом приседании чувствуй, как растягиваются и просыпаются ягодичные мышцы. Переходи сразу же на коврик и зажми резинку под левым коленом. Начинай выполнять пульсации левой ногой, держа носочек натянутым на себя. Очень важно контролировать возвращение ноги в исходное положение. Делай это медленно, не ставь колено на пол, а сразу же выталкивай ногу вверх, не расслабляя мышцы. Сделай дополнительную двойную пульсацию в верхней точке, чтобы лучше почувствовать ягодичные мышцы. Повтори то же упражнение на левую ногу. Можешь выполнять это упражнение на прямых руках, чуть согнутых в локтях, как у меня, или же опуститься на локти вниз, если тебе удобно. Держи спину прямой, не выгибай ее и не округляй, а также следи, чтобы в колене формировался угол 90 градусов. Перейди на спину и согни ноги в коленях. Поставив ноги чуть шире плеч, а резинку выше коленей, подними ягодицы вверх, разведи колени максимально в стороны, растягивая резинку, сведи их и опусти вниз. Во время всего упражнения, а особенно при поднятии ягодиц вверх, старайся делать упор именно на пятки, так ты еще лучше прочувствуешь нужные мышцы. Старайся не опускать ягодицы до конца на пол и постоянно держать их в напряжении, не расслабляя. А теперь перейди на живот, разведи колени и сомкни внутреннюю часть ступней. Держа резинку хорошо растянутой между разведенными коленями, сделай пульсацию ногами вверх, задержись на 3 секунды и опусти вниз. Представь, что ты своими ступнями толкаешь вверх тяжелую коробку. Старайся отрывать колени от пола именно за счет усилия ягодичных мышц. При этом спина должна быть зафиксирована на полу и не подниматься. Поздравляю, первый круг завершен. Попей воды, восстанови дыхание, улыбнись, и мы перейдем ко второму кругу нашей тренировки. Просто повторяй за мной те же упражнения и не забывай о технике.
Situation like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle. Yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing. Time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance. Not like anything we've done before. Or yeah. Now it's time for something better. And time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Oh. Come run away. Don't be afraid. We'll be okay. And I know it's the right thing to do. Let's break away. All colors will fade. Let's go our own way. Now's the time to decide what to do, and I'll stand by you. By you. I'll stand by you. Ну что, второй круг позади. Вдохни, выдохни и приготовься выжать максимум из последних подходов. Starts with us taking the chance. Not like anything we've done before. Oh, yeah. Now it's time for something better. And time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Destiny, just like it was meant to be, yeah. Let's go our own way. Now's the time to decide what to do, and I'll stand by you.
over. Try to hold it together, but I'm losing my grip. I need someone who can make me feel better. Wrap me up in a sweater, treat my pain with a kiss. Then suddenly you are here inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering, baby, are you made up or for real? Say, can you feel what I feel? Cause I can't tell if I'm just dreaming. I wish I had a girl like you and I. Wish you could be real, but you're not really here and I. I don't wanna wake up without you, but tonight is gonna have to do. If I'm gonna get with a girl like you, I'll fade away. Три, два, один. Поздравляю тебя с успешным выполнением этой круговой тренировки для ягодиц с фитнес-резинкой. Если тебе понравилось это видео и чтобы не пропустить новые экспресс-тренировки, ставь лайк и подписывайся на канал.